Дети очень скучают по нему, очень. А вот в этом плане тяжело. Каждый раз дети задают вопрос, вот Имран недавно. Она как, когда бабака вернется, и все у нас хорошо опять будет. По бабаке скучаю. Бабашка вернется, мы все пойдем гулять вместе. Альхамдулиллах, Джамат Машаллах поддержал вот организация Бизим Балар. Нас поддерживает ежемесячно, помогая детям. Машаллах вот часто мясо приносит, там бисмиллях дают. Ну, продукты какие-то, фрукты детям приносят. Машаллах. И бисмилля помогают, как бы, знакомые, незнакомые люди. Родственники.